Начну с того, может быть, как я вот в это дело пришел. Получилось так. Я вообще с детства бегать не любил очень. Это было очень, я не любил. Вот, ну, видимо, отбили мне желание вот, учителя физкультуры в школе и в институте. И, в общем, я до 52 лет я просто сторонился вообще всякой активности физической, но бег особенно я ненавидел. Вот. Даже за меня в институте, за меня бегал мой товарищ. Вот когда 100-метровку надо было сдавать, и нас чуть из института не выгнали из-за этого. Кстати, этому институту вчера было 85 лет. Вот, я был на презентации. Вот. Ну, а тут получилось так, в 52 года я работал заместителем главного конструктора на заводе «Станкоагрегат», и мы совместно с американцами и с англичанами делали для советской промышленности вот автоматические линии, и вот мы закончили этап и праздновали это. Они говорят, в какой-нибудь гостинице, вот где-нибудь поближе к Кремлю, и там была такая гостиница, ее сейчас развалили в «Интуристе», там она называлась «Седьмое небо». Вот. И там, понимаете, мы, ну, в общем, конечно, праздник такой трудовой, и все выпивали. Вот, ну, выпили сначала за трудовые, там, а приехали там вице-президенты от США, там, от Англии, ну, не вице-президенты фирм крупных. Вот. И когда уже за производственные успехи, за женщин, все выпили, и вдруг... Да, а я не успевал, я, понимаете, я выпивал вместе со всеми, а закусывать я не мог, потому что я переводил то, что там говорили, вот, и поэтому я переел. И когда ведущий инженер проекта с России был я, а он из Англии, Кис Вернон такой, он вдруг сказал, а я марафонец. Все, в общем, так, вроде в приличной компании, какой-то марафонец, вот, А он говорит, я вот, да, бегал вот в Лондоне, в Нью-Йорке, вот в Афинах, в Токио. И говорит, я хочу экзотический марафон пробежать. Ну, а где? Он говорит, в Москве. Вот. А я, значит, уже к тому времени был хорош, и я, значит, услышал вдруг свой голос как со стороны, и я с тобой. Вот. Потому что ты же русского языка не знаешь, там мало ли что, вот я побегу. Вот. Оставалось 100 дней до этого. Вот, и я когда утром проснулся, ну, вы понимаете, значит, в состоянии, но выбежал вот по трамвайным путям, там, мимо бензоколонки, и прибегаю, там больница Кащенко, это сумасшедший дом, вот, и там прудик такой, вот я побежал там, совсем бледный, и вдруг меня обгоняет группа таких старичков, поджарок, все... Я говорю, а вы кто, ребят? А мы, говорит, марафон. Я говорю, господи, да вы же мне и нужны, мне надо же, вот я хочу через 100 дней бежать. Они на меня посмотрели. Так, сначала они сказали, что да, ты вот молодой сравнительно, ну, мне 52 года было, я тогда был молодой, вот нам нужно обновление. Но, в общем-то, потом они так на меня посмотрели, в общем, подозрительным я им показался. Но когда я и на следующий день, и через 5 дней, тогда они мне стали книжки давать, стали мне советовать. И действительно, я через 100 дней пробежал этот марафон, правда, я чуть не умер, вот там меня под капельницу положили. Вот, но оказалось, что все. Когда ты пробежал первый марафон, ты уже становишься марафонцем. И они, когда посмотрели, говорят, сколько тебе лет? 52. А ты сколько бегаешь? Я говорю, 100 дней. Говорит, может, так и должно быть, вот такое прединфарктное состояние. Вот. И, в общем, так вот и получилось. На следующий день я выбегаю, значит, бежать, а этих никого нет. Я думаю, что такое? Оказывается, на следующий день никто не бегает после марафона. А я еще, понимаешь, побежал. Вот. Ну, в общем, и так пошло, и пошло, и пошло. Да, а этот вот англичанин, он не приехал. Вот. И ну, потом он через год приехал, мы с ним бежали, я уже бегал гораздо лучше его. А еще через год мы побежать решили в Лондоне. А в Лондоне, вы представляете себе, как туда зарегистрироваться, кто уже с этим. Это там за полгода, за год, там очень трудно. И результаты надо. Вот. А я не знал, в общем, они меня все хотели зарегистрировать. А я приехал и, в общем, говорит, ну что вы, это надо было 4-5 месяцев назад. И я все-таки поехал вот к директору марафона, а я сделал одну статейку там, ну, в общем, про нас с Кисом, вот с этим, с Кисом Верном, где мы в таких маечках там и друг другу жмем руки. И самое интересное, что эта статья называлась «Рукопожатие, сулящее миллионные контракты». Ну, я действительно тогда миллионы получал, это было гайдаровское время, но эти миллионы, они равнялись 10 долларам в месяц. Вот. И, значит, я пришел туда, вот этому
показываю, говорю, вот мы вот там сотрудничаем с Анной. Он посмотрел внимательно, говорит, как называется? Я говорю, тут рукопожатие, сулящие миллионные контракты. А знаешь, говорит, да, плати. Я говорю, 50 фунтов. А я понял, 50 фунтов, это 80 долларов. А я 10 долларов в месяц получал тогда. Я говорю, что ты дорого-то так? Он говорит, ты что? Говорит, ты же миллионер. Он там посмотрел по названию-то. Вот. Ну, нечего делать, я заплатил, у меня деньги были. Самое смешное, что когда меня провожал Кис Вернон на самолет, я ему рассказал об этом. Мы с ним пробежали, потом он мне дает 240 фунтов. Я говорю, я не хотел их брать. А он говорит, ну понимаешь, мы, говорит, вот вместе работали, вот с этими, они тебя все знают. И говорит, я когда им рассказал, они, говорит, сделали такой подписной лист. И говорит, ну что, говорит, я, если ты их не возьмешь, ну что я буду вот обходить эти 50 человек и буду вот этому 3 доллара, 3 фунта, этому там, в общем. И получилось, что я за этот марафон, за вычетом всех этих и стартового взноса, и самолета, я где-то там полугодовую или годовую зарплату, в общем, привез домой. Ну, потом вот поблагодарил их, вот. Ага. Вот, стать марафонцем в 52 года. Опа. Вот, понимаете, вот одна дорожка, а два пути. Вот один путь, и вот другой путь. И вам его, в общем-то, выбирать. Вот. Ну, я думаю, что здесь уже все выбрали. Ну, вот я и выбрал, вот стал бегать. Я как раз живу на площади Гагарина, вот спускаюсь туда, к парку, вот, бегу. Ну, это один из первых моих марафонов. Это я от марафона до Афин бежал. Вот в Афинах как раз вот финиширую. И как раз это, вот эта фирма, она нас нарядила, вот мы с Кисом Верноном, фирма Литтон. Вот. Это вот, да, и, в общем, стал бегать, вот в Барселоне вот бегу. Может быть, об этом стоит. Вы знаете, тут, ну, я расскажу, может, это и не очень так интересно, и, может, и не очень надо, но, значит, туда я поехал, а у меня тогда был, как бы это, сейчас у меня его нет, геморрой у меня был тогда. Вот. И, понимаете, он вот, ну, как раз обострение. А мы командой побежали туда от журнала «Бег и мы». И была одна девочка из этого самого, из Челябинска. Она должна была призером стать. Вот. А руководитель говорит, знаешь, там надо вот на пресс-конференцию пойти, ты ей объясни, потому что ты с английским, а она... Вот. Ну, я и согласился. А у нее два чемодана огромных. А я с этим самым вот, с обострением. Я пойти, в общем... В общем, ужасно. Я потом там у девочек где-то нашел прокладку и бежал вот 42 километра. А еще жара там, а у нас-то это май, а март, у нас вообще зима, а у них вот это. Ну, в общем, с удовольствием, в общем, пробежали, все нормально, все замечательно. Вот. У меня, кстати, об этом написано, но написано там по-другому, конечно. Вот, вот это мы бегали в Лужниках. Вот, между прочим, вот эта женщина, она 14-кратная чемпионка СССР в беге на 10 километров. Это вот такая Лена Сипатова. А бег всегда, вот ее пробег был 8 марта. И 8 марта был еще день рождения у нашего великого бегуна Петра Болотникова. У нас вообще, может, вы помните, два великих бегуна было. Это Владимир Куц и Петр Болотников. Вот. Ну, это вот, ну, бегаем много, вот православный пробег, там, правда, не марафон, а полумарафон, в селе Пятницкое, вот, Красногорского района, там это проводится в день Троицы, и в храме, значит, служат, служба идет, потом священники выходят в рясах золотых, из пистолета стреляют, дают старт. Да. И вот там бегут, значит, вот полумарафоны, 5 километров бегут. Вот мы тут из клуба вот, любителей бега в парке культуры. Ну, все там нам по 75 всем. А вот это, знаете, была такая традиция. Ну, вообще, вот День военно-морского флота мы отмечали пробегом 100 километров по местам боевой славы вот, в Подмосковье. И среди нас вот, ну вот мы как раз бежим, нарядились все в тельняшки,
Вот. А среди нас был один моряк, значит, он был моряк Тихоокеанского флота. Такой маленький, плюгавенький, значит, такой Боговиев его фамилия была. И он еще, понимаете, он пел замечательно. А он, понимаете, участник Великой Отечественной, сейчас ему 90. Я его потом покажу отдельно. Вот. И он пел, когда усталая подлодка, там что-то возвращается домой. Замечательно. Вот. Ну, это вот в Красногорске играл. Вот понимаете, до чего можно изможденным прибежать. Вот я здесь вот. Там еще жара была, что-то больше 35 градусов. И вот, понимаете, вот лимончик взял, и прямо аж глаза вылезают от счастья, вот от того, что ты соком напитываешься сам. Но я вам потом еще покажу тут, кстати. А это интересно, вот может быть кто-то, ну вы молодые все, наверное, вряд ли знаете, это такой народный артист СССР, там, лауреат 4 государственных премий, там, и Герой соцтруда, Борис Петрович Чирков. Вот, ну, может быть, хотя, вот, верные друзья-то, наверное, видели картину. Вот, а там много. Вот, он мой дядя. И вот я в его дневник, а он еще, кстати, не только великий артист, он еще и писатель. У него 10 книг есть написанных. И вот в его книгах и в его дневниках я нашел, что когда 92 года назад он учился в Питере, он пробежал марафон. Ну, пробежал и прошел. Там они в валенках, в общем, из Питера доехали до Кирова. Ну, Вятка тогда была. Вот. И там надо было 160 километров до его вот родного городка Нолинск. И из них 42 они вот в валенках, по тайге, и еще за ними волки гнались. Вот. Но, и это 40 верст я посмотрел. А он мне оставил такой энциклопедический словарь Павленкова. Я посмотрел верста, она больше там... В общем, получается как раз 42 километра. И вот у меня этот снимок называется «Неизвестный марафонец». Вообще, на самом деле, очень известный человек Борис Чирков с будущим марафонцем Андреем на руках со мной. Вот. А это, знаете, это зима 40-41 года, еще перед Великой Отечественной войной. Вот, знаете, есть потрясающий марафон, он, правда, не совсем обычный марафон, он на горе Канжак. Гора Канжак – это на Северном Урале. И там, кроме того, что забежать надо вот до верхушки, тут 42 километра надо пробежать, но еще там надо по качающимся камням взобраться на 1600 метров вверх и потом вниз. Вот. А в тот год, когда мы бежали, там, значит, какие-то были ливни, и вот... Значит, эти ливни шли уже, в общем, дня 3-4 подряд. И вот дорожки, по которым мы бежали, они превратились в ручьи. И мы бежали по ручьям. В общем, там все кроссовки, там все это, ну, сначала оббегали, потом уже не обращали внимания. Но переломали ноги там люди, эти самые кроссовки там, в общем, разодрали. Один даже там, Ну, был такой случай, он умер там. Ну, бывает такое, знаете, вот что-то такое сердечное, но там дело в том, что если бы он бежал бы в Москве там или в Лондоне, его бы там скорая помощь и помогли. А там нужно вертолет посылать или с носилками надо этих спасателей, вот, и пока вот, в общем, да. Это дорога жизни. О, кстати, он же будет вот буквально 31 января. Это дорога жизни в Питере проводится. Там марафон и 10 километров, и 21, и 5. Вот. Разорванное кольцо. Это в честь 900 дней был в окружении Петербург. Из 3 миллионов людей 1 миллион умер от голода только. У меня мой отец там погиб, вот, он защищал Петербург. Вот. А это разорванное кольцо. Видите, вот наконец, после, в общем, там 300 дней блокады, разорвали все-таки это кольцо и вырвались. Это мы с сыном вот как раз на пробеге вот, в честь Дня военно-морского флота. А вот это, так сказать, редакционные коллеги журнала «Бег и мы». Дело в том, что там вот два человека, вот этот и вот этот, это доктора медицинских наук из Тюмени. И они, значит, ездят, они очень любят, вот то в Верону ездят, то там, не знаю,
куда-нибудь в Париж на марафон. И всегда, когда они проезжают мимо, они снимают Сандуновскую баню, там хороший номер. И вот главного редактора журнала «Бег и мы» и меня приглашают, чтобы обсудить такие окололитературные, околомарафонские темы всякие. Ну, это наш пробег. Вот. Вот, вот эти, понимаете, вот эти замечательные две девушки, ну, женщины. Вот, это две Ирочки. Ирина Реутович и Ирина Коваль. Они обе заслуженные мастера спорта. А где они получили это? Они бегают суточный и двухсуточный бег. Вот. Значит, вот за двое суток они обе чемпионки мира, поэтому были в определенное время. В общем, они где-то около 250 километров пробегают вот, за двое суток. Вот. Эту еще называют, она часто в Париже выступает, ее называют «Мисс Улыбка». Она действительно очень так приятно улыбается. А вот мы бегаем в парке, ну, вы, наверное, знаете эту даму, это чемпионка мира по боксу, у нее там все там 5 или 6 поясов в тяжелом весе, это Наташа, Рогозина. Только вот этот вот Рогозин, а она Рогозина. Ну, вот наш этот министр там, зампред. Вот она по 6 километров бегает там со своими тренерами. Один тренер у нее, в общем, заслуженный мастер спорта и олимпийский чемпион, и чемпион мира, Яновский. И второй ее спарринг-партнер там. Вот это очень интересно. Вы знаете, это я бежал... карнавальный полумарафон. Он, кстати, будет 20-го в Королеве. Вот 20 декабря. Вот. И, понимаете, у всех были маски, у меня маски не было. Но у меня от Северного полюса, когда я бежал марафон, у меня осталась вот эта масочка, просто, знаете, чтобы вот, ну, дыхание сохранить. А был очень большой мороз. И представьте, когда я прибежал, то у меня вот такой клюв вырос. И получилось, что мне Бог послал маску. Вот. Я, в общем, так нормально прибежал. И директор марафона этого, вот такой Владимир Волков, вот он меня снял. Вот очень интересные люди. Значит, вот это, особенно вот эта дама, это Раиса Никитина, Раиса Алексеевна Никитина. Вот здесь ей 85 лет, по-моему. Значит, это мы бегали шестичасовой бег ночи Москвы. Там, значит, так, 6 часов ты бежишь, и если тебе удается пробежать 70 километров за это время, то тогда ты получаешь премию. А премию, что ты можешь бежать до 100 километров. И, значит, это уже первенство, там первенство Москвы, а здесь первенство Союза. И вот, значит, вот, ну, вот это вот Раиса Никитина, она там бежала, значит, она вообще бегала вот в 85 лет 5-7 марафонов в год. Она стала чемпионкой мира в беге на 100 километров для женщин старше 75 лет, но она начала бегать в 69 лет, после того, как ей отрезали одно легкое. У нее был рак легких. И про нее анекдот ходил. Вообще, смотри, баба Рая бежит, говорит, говорили, ей уже месяц остался жить. Ну, знаете, батенька, иногда медицина бывает бессильна. Вот. Так шутили про нее. А это вот она тоже бегает вот сутки. Ну, эта дама, да. Вот она, знаете, она всегда, ее выбирают, мисс там какой-нибудь пробег. Она так вот, она всегда бежит, а у нее в рукаве и зеркальце, и помадка, и это вот все. Вот это интересно. Это, знаете, это был пробег, и мы ежегодно бегали в защиту амурских тигров и леопардов. Причем это сейчас и Путин там, и все, в общем, за это дело. А тогда это были 90-е годы. Вот. И инициатором этого пробега был вот сэр Родерик Лейн, посол Великобритании в России, он лорд. Вот, а это его жена. Смотрите, они вот в леопардовые такие шапочки одели. И, вот. А это, кстати, тоже очень интересные люди. Вот это академик, и доктор и профессор экономики Евгений Жуков. А это Евгений, это вообще уникальный человек. Он, значит, генерал ракетных войск, который бегает марафоны и купается в проруби. Вот. Ну вот мы там, кстати, да, и нам давали, этот посол, он нам давал раздеваться в резиденции английского посла на Раушской набережной.
А эта резиденция, я вам скажу, там полы, как в Эрмитаже. Картины развешаны обалденные. Его жена нам пекла слоеные пирожки, а он там ставил виски. Но тогда мы... Это был благотворительный пробег. Мы все-таки, чтобы побежать, мы там в пользу этих тигров и леопардов, мы там что-то жертвовали. Там. И там был нижний предел этого дела. Ну, это... Вот как раз этот генерал и вот журнал, редактор журнала «Бег и мы». О, ну, вот... кстати, у меня вот три книжки, вот трилогия, это «Бег в помощь», «Бег в радость», вот это «Бег в радость», и «Бег в мудрость». Вот я это, понимаете, я их написал по шпаргалке. Значит, а шпаргалка, она уже в течение больше 2500 лет высечена на скале в Греции. Значит, и там написано, хочешь быть сильным – бегай, бег в помощь. Хочешь быть красивым – бегай, бег в радость. Хочешь быть умным – бегай, бег в мудрость. То есть я вот это вот у них как бы содрал. Ну вот в радость. А это очень интересно. Знаете, это мои кроссовки. Но это мои кроссовки, в которых я пробежал 3 марафона с пяточной шпорой. И поэтому я говорю, кроссовки – зеркало бегуна. Вот здесь у меня шпоры не было, а здесь была. Видите, чем отличается? Вот я, собственно, я на пятку не наступал, наступал на это. В общем, очень интересно. Вот, ну, когда начал бегать, захотелось, понимаешь, вот, посмотреть побольше. Чего. Вот, ну, например, вот я бегал марафон в Танзании на горе Килиманджаро. Вот. И вот после пробега я вот беседую с болельщиками из племени Масаи. А, кстати, у нас там получилось так, ну, так, вообще у меня жена против моих пробегов и против моих писанин, там, этих книжек. Но тут у нас был серебряная свадьба, я ее взял с собой, и вот мы там отпраздновали серебряную свадьбу на Килиманджаро. Это вот тоже, видите, очень интересный пробег. Это в Америке у Ниагарского водопада. Вот, там пробег в Баффало, ну, а вот это Антарктида. Значит, вот я там в 2002 году бегал, и тоже вот хочется искупаться. И некоторые тоже стали купаться, но это, знаете, вот здесь вот вода теплая. Это там вулканические какие-то идут процессы, и она, в общем, теплая. Но там нет. И вот после того, как вот здесь мы искупались, мне захотелось там. И я тоже поплавал и даже посидел на айсберге в плавках. Вот. И там, понимаешь, а у меня пленка кончилась. И вот ребята снимали, но потом вот не прислали. А там все иностранцы были, наших-то не было. Вот это интересно тоже. Вот когда мы на Антарктиду плавали, вот этот мужик, ирландец из Северной Ирландии, он вот в этих кроссовках, он пробежал 100 марафонов в одних и тех же кроссовках. Это глупость величайшая. Я думал, только у нас так бегают от бедности. А нет, вот он тоже вот так бегал. Но он, значит, он пробежал какое-то дикое количество марафонов, и его за это наградили, вот принц Филипп, муж королевы, он его наградил орденом Британской империи 5-й степени за это, потому что он еще собирал деньги, он там полмиллиона фунтов набрал, а обещал 1 000 000, но его уже за 500 000 вот наградили. Ну, это марафон был Европа-Азия в Турции, вот через Босфор. Вот. И как раз, вы знаете, когда я там бежал, вот в это время захватили наших на Дубровке. Вот, знаете, наверное, да? Вот. И, а там, с Турции, там, понимаете, в общем, кто сочувствовал нашим, а кто тем, которые захватил. И вот поэтому я там, вот, Россия, видите, вот, тот в дискуссии принимал участие. А, вот, когда на Северном полюсе бежал, то там, значит, было минус 30 градусов, 100% влажность, а при 100% влажности можно обморозиться и при плюсовой температуре. Вот. И снег там, в общем, ну, где по щиколотку, где выше. Но после того, как ты бежишь и промерз, а все-таки ты и потеешь там, вот, внутри-то где-то. И хочется под душ. А где же там душ? Там все очень дорого. Вот я даже, чтобы пробежать на Северном полюсе, я квартиру продал вообще. Вот. Да, это дорого. Вот. Там
Вот, и, ну вот и набрал в трещине воду. А, понимаете, хотя и 30 градусов, но льды-то они там дрейфуют и трескаются. И вот можно набрать водички, вот я 12 литров набрал, значит, вот так полил, вот это вот вода, а это уже лед падает. И эти все там иностранцы, которые, они, значит, говорят, бешеный русский, crazy Russian. Вот. Ну, так меня и стали прозвали. И потом меня даже вот в журнале «Физкультура и спорт», где я больше сотни там статей и рассказов, вот они меня так, бешеный русский, бешеный марафонец они меня зовут. Вот, вот это очень интересно. Вот я вам говорил про Петра Болотникова. Вот он олимпийский чемпион 60-го года на 10 километров. Вот, вот я ему дарю свою, вот подписываю ему свою книжку, вот первую «Бег в помощь». А это Десятчиков, тот, который ему сделал эту победу. Ну, понимаете, партия сказала, что надо помочь, и он изматывал всех его конкурентов там. Измотал, а этот победил. Вот. А теперь, значит, когда вопрос пенсии стал, то этому-то большую пенсию, а тому он только четвертое место занял. Так бы он третий, может быть, если бы он не изматывал. Вот. Ему, в общем, вот писали письмо там как раз, вот, ну, чтобы ему тоже чего-то там подкинули. Это в редакции журнала, ой, в редакции газеты «Труд». Вот это такая есть ассоциация «Русские рекорды». Ну, вот я там... А вот тоже это марафон в Филадельфии, вот заканчиваю его, замечательный марафон. И мы там, кстати, бежали вместе с моей дочерью, она в Америке живет, и ее мужем, профессор математики там в университете. Вот, это мы летим к Северному полюсу. Там, кстати, 5 перелетов было. Вот, ну, сначала до Осло, потом до северной оконечности Норвегии, потом до Шпицбергена, потом на базу, которая называется, она около Северного полюса, в 70 километрах, она почему-то называется Борнео. Это российская база. Вот. И уже оттуда, вот, до Северного полюса, на вертолете. Но когда мы летели, мы не могли на этом Борнео приземлиться, потому что трещина во льду, ну, такой вот ледовый аэродром, и нам пришлось за 7 километров и еще лишнее на вертолете лететь. Ну, в общем, вот это вот англичанин, который быстрее всех пробежал, а это единственная женщина, которая участвовала, американка. Вы знаете, вот вчера я как раз был на 85-летии своего института, он называется Станкин, Станкоинструментальный институт. Вот. Кстати, я когда поступал, он назывался Московский станкоинструментальный институт имени Сталина еще. Сейчас это совершенно дико звучит, но тогда было так. И вот там один профессор выступал, он еще старше меня, значит, он сказал такую вещь, что вот, говорит, вот, ну, он имел в виду вот студентов, и вот как их сделать там инженерами, как их сделать исследователями. Он говорит, что надо, говорит, их не наполнять знаниями, как сосуд, а зажигать, как факел, который в них уже есть. Вот я, вот когда я свои книжки пишу, я пытаюсь делать именно так. Я, у меня там меньше методик, хотя там тоже есть, вот там 70 страниц, там, вот они называются конспекты престарелого самоучки, где у меня опыт американских и австралийских бегунов, тренеров и врачей там, по подготовке вот, к марафону, к длительному бегу. Вот. Но вот это так, как исключение. А вообще-то вот кто-нибудь читал вот книгу Харуки Мураками, о чем я говорю, когда я говорю о беге? Вот, вот мои книги больше всего похожи на него. То есть там, там вот они именно мотивирующие, а, но там полно и всяких советов. И главное, там полно... Понимаете, я сам тренировался, сам все это делал в позднем возрасте, поэтому я наделал массу ошибок. И вот это самое интересное, потому что я о них пишу, я свои шишки, в общем-то, раскрываю и, в общем-то, стараюсь, чтобы люди не повторяли их. Вот я до того набегался, что я, в общем, я дикую ошибку сделал. Я сейчас, например, вот у меня, я опять бегаю, но у меня здесь вот протез. У меня, значит, здесь 2 килограмма металла и цемента, и тефлон еще такой от сковороды, в общем. Но, тем не менее.
Вот. Все можно, понимаете, если ты марафонец, вот когда ты, понимаешь, первый раз пробежал марафон, тебе кажется, что ты можешь сделать все. И самое интересное, что это отчасти правда. И нельзя упускать этот момент, надо вот в этот момент как раз что-нибудь такое сделать, свою какую-то мечту постараться осуществить. Вот такой был замечательный бегун и многократный олимпийский чемпион и чемпион мира по марафону Эмиль Затопек, чех. Может быть, слышали. Вот. И он сказал такую удивительную фразу. Он сказал, говорит, если ты хочешь узнать, что такое бег, пробеги милю. А если хочешь узнать, что такое другая жизнь, пробеги марафон. Это очень правильно. Вот видите, кто бегает марафоны? Вот, например, вот этот человек, это Сережа Савинов. Он майор ФСБ. Вот когда в 2000 году взрывали дома в Москве, он пытался обезвреживать эти мины, и у него в руках взорвалась мина. В общем, ему вырвало глаза, он оглох, оторвало одну руку, а от второй остался один палец. Вот когда он лежал в больнице, да, а ему, понимаете, ему должны были через неделю присвоить вот звание майора, а через месяц у него была дочка должна была родиться. А он лежит, он вообще ничего не... Понимаете, он ну вот ни глаз, ни ушей, ничего нет. Он лежит, вот подвешена там нога, рука. Вот когда пришла жена, пришла мать, ну они в обморок падали сначала, а потом мать оставили. И мать начала ему там вот на спине там где-то, или, в общем, стала буквы какие-то рисовать. В общем, уже какое-то общение, она, хоть он узнал чего-то такое. Потом ему сделали какой-то сумасшедший, понимаете, этот слуховой аппарат, и он стал что-то слышать. Вот. Ну, а потом, значит, он стал с компьютером обращаться, есть такие для слепых программы. Потом он стал предпринимателем. А жена его, она как раз, она бухгалтер, значит, она ему там помогла. В общем, у них, понимаете, все пошло. Дочка родилась, он, значит, он там в этом самом, в интернете там какие-то анекдоты, она из школы, а он ей рассказывает анекдоты. Вот. Очень интересный мужик. Вот. А это Мэри Бушуева. У нас были две женщины, которые пробежали марафон с ампутированной ногой выше колена. Одна Татьяна, Татьяна Кузнецова из Челябинска и вот эта вот Мэри Бушуева. Ну, она сейчас вот на коляске, а вообще она вот пробежала так. А в мире вообще есть такой, кто первый пробежал марафон и 100 километров с ампутированной ногой выше колена, это такой Дик Траум, американец. И он основал такую секцию бегунов «Ахиллес» называется, то есть вот для инвалидов. Вот. Я с ним встречался, он потрясающий человек, он, понимаете, он над собой шутит. Вот он говорит, знаешь, говорит, а у него, в общем, говорит, я, когда вот выступаю, я, говорит, вот, ну, его часто приглашают, я, говорит, так вот переминаюсь, говорит, а у него протез этот, он на присосках, он пневматический. И, говорит, там потом начинает воздух, там, в общем, он слабеет, и, говорит, такие звуки, говорит, народ там, говорит, в общем, очень удивляется. Вот. Ну, а я, говорит, там подкручу, говорит, вроде опять ничего. Потом он, например, он очень любит подводную рыбалку. Он вот на, значит, он, ну, в общем, с этим, с ружьем там. И вот однажды он, значит, плавал где-то во Флориде, и там акула появилась. А какой-то еще мужичок там тоже плавал. Он видит, за ним, за этим, за моим диким Траумом, плывет акула. И он видит, что у него одной ноги-то нет. Он подумал, что уже она откусила ему одну ногу. Вот. И он, понимаете, он не убегать стал. Он с этим ружьишком, он за этой акулой, понимаете, пошел. Он хотел его спасать. Вот такие вот марафонцы вот, люди. Вот. Потом он тоже рассказывал, там он где-то тоже купался. Значит, отстегнул там эту свою ногу и поплыл. Теперь, значит, идет японская делегация. И они увидели, на пляже валяется нога. Они подняли тревогу, значит, там, в общем, стали искать. Понимаете, бегать можно вообще всегда. Вот как раз вот Владимир Яковлев, вот
ну вот тот, который вот это, «Возраст счастья» книжку написал, все. Он ездил, например, в Англию фотографировать и описывать такого старичка, которому 104 года. И он в 104 года пробежал марафон. Значит, когда он добежал, он бежал 10 часов. И он Бастон Мартин. Вот. И когда он добежал, он говорит, где мне тут пиво обещали? Вот. И еще он для понта закурил. Но самое потрясающее, что он сказал, он в 104 года он сказал, говорит, нет такого говорит, возраста, когда не хочется чего-нибудь новенького попробовать. А Владимир Яковлев, у него ассистентка была 24-летняя, очаровательная такая Маша Морозова. И этот, значит, старика к ней там стал как-то там что-то такое, уж не знаю. Вот. А, кстати, его, он, да, он еще про него интересно. Он до 97 лет он работал, потом вышел на пенсию. Но в 100 лет он снова пошел на работу, говорит, скучно. И он по 3 часа там. Причем, он, понимаете, он не такой уж интеллектуал. Он, в общем, там что-то машины моет, там что-то управляет, в общем, ерундой занимается. Но, еще у него есть такая приятельница, 84 года ей. Она танцовщица. И, кстати, тоже героиня вот этого вот, вот этой книжки. Вот. А, кстати, эту книжку я открываю. Там вот про меня сначала. Ну ладно. В общем, и эта старушенция, которая танцует, она его соблазнила, значит, стать, в общем, чтобы он в оркестре играл. И он сейчас, вот, в общем, где-то около 100 лет начал играть на барабане. Вот такие вот дела. Вот когда путешествуешь, то, ну вот, по жарким странам особенно, там же вот хочется что-то посмотреть. Вот тут я на крокодил, живой крокодил, и он второй еще подползает там. Вот, но тренер, не тренер, а как это называется, дрессировщик, он мне сказал, что совершенно безопасно, садись, вот я его за зубы держу. Но после этого он, а там трибуны, сидят люди, он вызвал, кто хочет. Вот, а потом он кусок курицы ему кинул, и эти челюсти так захлопнулись, что, в общем, там все вообще, ну, вы понимаете, подскочили на своих сиденьях. Но надо сказать, что он честный человек, этот вот дрессировщик, потому что он сам туда голову закладывал. Вы бегаете и за рубежом, поэтому знаете, как там весело это проводят. Это мы в Лейдене бежали марафон. Вот тут эта группа англичан. Раз. Вот один, понимаете, вот узник, второй полицейский, третий там был, значит, он как бы банковский служащий, он в котелке с этим, с кейсом, во фраке, с бабочкой, пробежал весь марафон. Вот это на Нью-Йоркском марафоне, вот, кстати, вот это директор Нью-Йоркского марафона, а это директор марафона Лужники, вот. А это вот дама, которая призеркой там стала. О, вот это очень интересно. Знаете, вот когда бежишь марафон, и вообще даже и полмарафон, там же хочется же пить ужасно, и хочется пить, 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 ты не можешь напиться. Вот вы посмотрите, вот я пью, она как будто вот проскакивает мимо, такое впечатление. Это на самом деле, это во Флоренции меня жена снимала. А это вот на Антарктиде финиширую. А вот, на Антарктиде, там, значит, пингвины эти. Вот. И я пингвинам водку предлагаю. Но они настолько за здоровый образ жизни, даже на халяву не хотят. Представляете? Вот, отказываются. А как вообще добежали до Антарктиды? Вот люди, мне кажется, как там? Как доезжали? Ну, добежали, доехали. Вообще как? Да. Ну, я вам скажу. Логистика какая? Логистика. Кстати, братцы, если есть возможность, это, кстати, это намного дешевле, чем на Северном полюсе. Если да. Вы еще думаете, куда? Да, 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 да. Вот. Нет, нет, где-то дешевле. Вот. Потому что здесь я не на Южном полюсе бежал, а по краешку. Знаете, вот когда мы говорим об Антарктиде, нам кажется, что тут здоровая, так, вот эти маленькая, потому что на глобусе-то она там вся вот где-то там под этой подосью. Вот. А на самом деле Антарктида, она примерно такая же большая, как Россия. Как доехать туда, до Антарктиды? Сейчас я скажу. В общем, Россия 17 миллионов квадратных километров, а она 14. Поэтому, если ее наложить на северное полушарие, то это где-то широта будет, ну, Архангельска, Мурманска, вот.
Да, а как доехать? Значит, ну я самым дешевым способом, конечно. Я сначала... Нет, я выбрал такой маршрут. Сначала до Хельсинки, вроде бы в обратную сторону почти. Вот. Потом до Нью-Йорка летел. Вот. Потом до Буэнос-Айреса. Потом летел до Ушуаи. А Ушуаи – это вот где мыс Горн, вот, понимаете, вот это южное... Вот, Южная Америка, вот самая вот эта вот, ну, самая южная часть. Вот. А потом на бывшем советском судне, значит, академик Йоффе, который раньше наукой занимался, ну, а тут его, что тут уже были, ну, начало 2000-х годов, его сдали в аренду этим самым австралийцам, а у австралийцев под аренду взяли американцы, и вот они, значит, собрали с нас деньги, и мы вот поехали на... Экскурсионная такая. Да. Но это было целенаправленно, прям вот марафон там пробежать. Вот. И там было 100 человек, которые бежали марафон, еще некоторые бежали полумарафон. Но что интересно, значит, там было 4 базы. Вот. Наша, Беллинсгаузен, потом чилийская, китайская и, по-моему, аргентинская. Мы базировались на нашей базе. И с нашей базы там нашлось 2 человека, которые тоже пробежали марафон, без всяких взносов, они просто там уже оказались. Вот. И 3 человека, которые полумарафон пробежали. То есть вот поддержали наши ребята, причем это даже не зимовщики, а там в это время была такая кампания по очистке Антарктиды от мусора. Ну, там и Советский Союз, когда был, там гадили все время, вот, а тут какой-то ученый, то ли швед, то ли норвежец, он дал деньги, а наш какой-то ученый из Рязани набрал мужиков рязанских, и вот они там это все расчищали, значит, они разрезали там эти конструкции, там чего-то там, и все это отправляли на Чили, ну, в общем, на свалку. Но расчищали, вот. А, кстати, вы знаете, там так интересно, вот на Антарктиде, там же не разрешается вот к животным подходить. Вот. Мы на пароходе мыли такие сапоги, мы их мыли с мылом, потом шли, чтобы какую-нибудь бактерию не передать этим антарктитядам. Вот. А оттуда мы опять мыли сапоги, чтобы оттуда что-то не принести. И вот, значит, там пингвины. Вот, например, на одном острове там миллион пингвинов где-то. Вот. Но к ним подходить нельзя. И вот я, значит, вот хотел же фотографировать. И я что придумал? Я вообще могу очень здорово подражать звукам. Я научился кряхтеть, как пингвин. Они ее смотрят, и они все ко мне, а я их это фотографирую. То есть они уже так на 20 метров нельзя, а тут они на метр подходят. Вот. Они виноваты-то. Конечно. Да, это все свидетели. Вот. А там, интересно, один есть остров, около вот Антарктиды, где этих пингвинов действительно вот много миллионов живет. И там то ли Оксфордский, то ли Кембриджский университет решили провести такую там, ну, в общем, эксперимент решили провести. В общем, как влияет вот, ну, присутствие человека на популяцию пингвинов. Разделили остров пополам, и вот на одну часть люди допускались, на другую не допускались. И вот, значит, куда люди допускались, там пингвины стали размножаться быстрее. И вот, понимаете, шутки всякие появились такие. А на самом деле просто эти ученые, они, в общем-то, ну, не учли там, понимаете, течение, не учли там вот освещенность солнцем, не учли там, в общем, где там рыбки побольше, там мелкой. Ну, в общем, не очень чистый был эксперимент, но вот кончился таким вот казусом. А вообще, братцы, Антарктида, вот, ой, это что-то неописуемое. Это вот летом любите вот за облаками наблюдать? Прекрасно. А там айсберги, они еще прекраснее. Потому что облака, они вот только округлые формы разные, вот они меняются, ты там заворожен. А здесь еще и остроконечные добавляются. Вот какой-то поэт там говорил, я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. Вот там и это есть. Потом этот вот айсберг, он же на 0,9 погружен туда, под воду. Но иногда он переворачивается. И, значит, тогда, в общем, совершенно диковинные цвета там все. А уж когда там, понимаете, вот заря,
это все в разные цвета окрашивается. А эти самые тюлени, которые лежат на айсберге и греются на солнышке, то есть они лежат на льду и греются, им тепло, потому что у них вот такой слой жира, и этот жир, он изолирует их от этого холода. А внутри у них там тепленькая кровь бежит, и они очень хорошо себя чувствуют. Сколько вы там пробыли? Да на самой Антарктиде пробыли дня 3. Ну, еще плыли мы, дней 5 плыли там туда-сюда. Вот. Ой, а киты, ой, вы знаете, просто вот мы еще там на каяках плавали. Вот. И вот мимо айсбергов, и тут киты, значит, они вот прямо около тебя фонтан. Вот. А знаете, когда мы на пароходе плыли, на этом, на корабле нашем, значит, там нас пускали на капитанский мостик. И вот мы с одной американкой стоим, там что-то болтаем, там что-то любуемся, там этими самыми альбатросами, которые там 3,5 метра в размахе крыльев. Вот. И вдруг, значит, пароход наш такие сирены стал давать. А я увидел там какие-то пингвины, что ли, плывут, или тюлени. Я говорю, вот видите, как вот мы, значит, вот беспокоимся о фауне, вот мы вот не хотим там навредить, вот мы отпугиваем этих вот. А этот сирена, это гудит и гудит и гудит. И, наконец, помощник капитана наш русский подходит, говорит, да скажи ты своей бабе, чтобы она бедром на эту самую, на аварийную кнопку не жала. Потом там тоже был такой случай. Один американец, он, значит, господин Дробыш, он, в общем, директор какой-то электрической компании. И, в общем, мы пока плыли, то мы там, ну, в буфете пивко там пили, вот, и как-то обменялись визитными карточками. Он посмотрел, я вообще кандидат наук, а по-английски доктор. Доктор Чирков. Доктор, значит, вот. И он все меня, доктор Чирков, доктор Чирков. Ну, ладно. На следующий день, значит, он бегает по палубе и орет, доктор Чирков, доктор Чирков. Что такое? Оказывается, значит, ну, команда-то русская, ему надо пообщаться с командой. А у него сосед по этому самому, по каюте, наблевал ему на кровать. Вот. А кто может объяснить русской команде, чтобы там заменили ему там вот. Значит, вот доктор Чирков самый, понимаешь, это, подходящий человек. Вот, это мы, наверное, знаете этого Хмельницкого, да, актер? Вот, он ко мне на день рождения пришел, мы в Доме кино справляли, и вот мы с ним коньяком чокнемся, он говорит, бильярд, а я говорю, бег. Бильярд, бег. А он, между прочим, чемпион Дома кино по бильярду, и там они вот, второй этот вот, господи, Ермольник второй, цыпленок табака, вот. У них там призы, знаете, какие? Вот за первое место $10 000, за второе там что-то то ли 5, то ли 7. Вот. Он всегда чемпион. Но сейчас он умер уже. Вот. А это когда мне было 70 лет, я на свой день рождения пробежал 70 километров. И вот девушки меня поздравляют. Причем бегал в Краснопресненском парке, там в рамках, вот знаете, там такой 13-часовой бег, так что там все это фиксировали, так что я потом узнал, что я ошибся, я пробежал не 70, а 72 километра, вот, когда все подсчитали. Но, тем не менее, вот. А, кстати, а вот это дело, они не были марафонками тогда, они занимались единоборствами, но они нас кормили там, вот, ну, водичку давали, там, ну, лимончик, там, еще чего-то, вот. А потом, они, вот это стало марафонкой. Она вышла замуж за марафонца, и сейчас уже у нее 2 детей, кстати. Вот Олечка. Ай, обе Ольги. Ну, это опять. А, вот, ну, это в Дубне там такой есть, понимаете, такой военный завод, будем говорить, ну, научно-производственное объединение имени Березняка. Вот они вот эти делают ракеты там. Вот, и у них каждый год, вот. Вот почему они такие успешные в своей отрасли? Потому что они бегом занимаются. Вот они каждый год на день рождения этой радуги, у них радуга называется предприятие, они бегут, вот допустим, 56 лет этой радуги, они бегут 56 километров от своего, ну, от завода до деревни Пустомазово, где родился Туполев и где он учился. Вот. И на обратно едут. Вот
видите, вот. Ну, это вот мы в Филадельфии пробежали, вот я со своей дочерью и с ее мужем пробежали все марафон. Вот, а это когда я пробежал марафон на Северном полюсе, я оказался старейшим жителем планеты, а Оксана Федорова отказалась от титула «Мисс Вселенной», потому что ее там обидели в Америке, то Сергей Миронов, который был тогда председателем Совета Федерации, он нас пригласил встречать Новый год в президент-отеле. Вот мы встречаем Новый год, вот моя жена сфотографировала там. Вот. А это, понимаете, вот не надо вот этим, вот, понимаете, спортом таким увлекаться, мышцы накачивать. Надо для здоровья, ребят. Вот, вот для здоровья давайте. Вот. Когда бежишь, понимаете, вот, и вот тут на последних вот этих вот 5 километров, где 7 километров, вот уже невозможно бежать, надо, понимаете, вот, ну, ну, что-то нужно вот найти, чтобы, понимаете, вот, вот это должно у вас в голове, вот вы, вот раз, и все, и побежал дальше. Или такой вариант, как будто за тобой гонится дикий зверь. И вот он тебя хочет вот сожрать. А это на самом деле это снято на Шпицбергене в музее Арктики. Вот, ну так, подыграем. Часов 13 так от зверя, да? А? Часов 13 от зверя так. Ну, хватает, да? Вот, а это, знаете, я очень много пишу вот об инвалидах. Вот, например, я пишу там вот о Сереже. Вот другой Сережа, который живет в Таганроге, он, у него ампутированы руки и ноги, а он бегает марафоны. Вот. Сережа Бурлаков. Может быть, будет его. И вот чтобы, понимаете, чтобы вот вжиться в них, ну и у меня у самого была проблема, вот я проехал вот в этой комнатной инвалидной коляске, я проехал 100 километров. На ней максимальная скорость 4 километра. И я износил 4 пары перчаток, вот. Но вот зато опоздал. Ну, это, вот как раз я это после операции тут вот иду так. Вот, а теперь вот приходится вместо бега больше плавать. Вот, участвовал тут в заплыве вот, моржей. О, а это, знаете, сначала я начал плавать в Москве-реке. Я когда-то там плавал, когда был ребенком, и тогда была вода грязная. Вот, а сейчас очистилась. Вот там 60 лет прошло, она очистилась, потому что выброс, ну, промышленности нет теперь больше, значит, выбросов нет. На судах там очистные всякие эти приспособления, и довольно чистая вода. Вот, и вот я плыл и доплываю, а все равно не разрешают там плавать. Вот доплываю до метра моста, и, значит, тут две моторные лодки МЧС. Говорят, дед, ты как сюда попал? А я думаю, ну как разрядить обстановку? Они такие агрессивные. Я говорю, с моста упал. И понимаете, я этих вот разрядил, и они дальше стали слушать. Говорят, а как же у тебя одежда? Я говорю, да вон там, значит, вот. И я плыл в своей одежде, они меня расспрашивали про марафоны, про все, им уже было интересно. Вот. А это вот «Лыжня России», вот тут я заблудился. Все убежали туда, я вот. Ну, после бега надо ноги подержать, в общем, ну, повыше. Вот, вот держу. И если бы здесь был столик, я вам показал. А это, знаете, я вот сейчас стал бегать, может быть, знаете, вот бег, забег в высоту вот на башню Федерации. Там 2000 ступенек, 80 этаж. И вот я там два раза участвовал, ну и в своей группе, и там какой-то я почетный там был, вот меня награждают. Вот. Причем интересно, что первый раз я бежал еще без протеза, а второй раз с протезом. Так с протезом на 3 минуты быстрее. Вот, вот у Миронова вот моя первая книжка «Бег в помощь». А это вот, ну, тоже, знаете, наверное, это лидер фракции «Справедливой России» Лиричев. Вот. Вот я теперь провожу в парке культуры и отдыха имени Горького свои марафоны. Там марафон 20, 10 и 5 километров. Вот. На старте я вместо выстрела из пистолета я выпускаю белых голубей. Вот. Видите, вот я отказываюсь от всяких этих спонсоров иностранных, вот все там Asics, а у меня вот бег в помощь.
И на номерах у меня никаких асиксов, ничего. Вот. Это, кстати, тут мой сын бежит там. И вот в парке Горького каждый август, вот в этот раз будет 21 августа. Причем, если кто хочет вот первый марафон пробежать, так лучше места вы не найдете. Я вам скажу почему. Потому что нигде не дают 6,5 часов на марафон. А я даю 6,5 часов. Вот. Но самое смешное, что я еще и на полумарафон даю 6,5 часов, и на 10 километров, и на 5. Ну, в общем, ну, как каждый в свое удовольствие может бежать. Вот. А это у меня такие потрясающие... Ну, вот это директор клуба любителей бега, а это два врача. Они оба кандидаты медицинских наук и оба врачи высшей категории, спортивные. Вот. Галета и вот Валера. Вот этот Валерий, я про него должен отдельно сказать, его в 70, ну здесь всем больше 75, вот его около 75 лет, его свалил инсульт. Тяжелый довольно инсульт. И после этого он начал бегать марафоны. Он сейчас бегает марафоны и даже сверхмарафоны. Это потрясающе. Вот у меня в книге о нем есть, в книгах, в двух даже. Вот он, понимаете, он даже он создал свою философию Капралова. Вот. Причем одна из идей его философии, что с возрастом надо давать нагрузку организма не меньшую, а большую, но меньшей интенсивности. И он, кстати, вот он после этого инсульта, он теперь 8 часов он занимается вот физическими нагрузками. Он 8 часов спит, 8 часов занимается физическими нагрузками, и 8 часов тут на все, и на еду, и на книги, и на все, ну, на развлечения. Ну, это я вот награждаю там дипломами, кубками. А, кстати, вот я первый марафон я проводил, я там только марафонцам давал медали, а остальным значки. А потом, вот когда второй, стали люди просить, говорят, надо всем, вот и на 5 километров, и на 10, и я всем, вот в этот раз, последний. Вот награждаю, вот, это, по-моему, ах, нет, это не Моторин, ну, неважно, вот он с ребенком еще даже, а это мой сын там улыбается сзади. Вот такой вот диплом. Вот здесь вот все мои книжки. Кстати, вот все посвящали в этом году марафон 70-летию Победы, а я в прошлом году посвятил год культуры, а в этом году год литературы. Чтобы был год литературы. А следующий, наверное, год кино. Потому что будет год кино. Кстати, у меня 17 фильмов в интернете, там, и еще 5 я догружу скоро. Ну, это вот выступаю, в разные, я езжу вот в Екатеринбург, вот в частности, там, на марафон. Ну, библиотека, это Библиоглобус, а, это книжный магазин, Библиоглобус. В общем, пропагандирую бег. Вот здесь вот самое интересное, вы знаете, вот я выступаю в Библиоглобусе, но вы посмотрите, кто мне суфлирует. Вот, это же Александр Сергеевич Пушкин. Вон. Это тоже там легло. Ну и вот на пробегах так. А, и вот возраст не помеха. Вот этот человек, значит, это Александр Александрович Прокопович. Он живет в Рязани. Ему сейчас 100 лет, но здесь ему еще, по-моему, 94 или 95. Он пробежал там вот соответствующий пробег. Чем он интересен? Он был инструктором Юрия Гагарина по полетам. Где Юрий Гагарин уже лет 50, а он еще бегает, вот этот инструктор. А это вот Волков его. Вот, кстати, будет пробег 20-го, вот, как раз вот Волков будет проводить. А, кстати, вот еще интересно. Значит, когда его стали награждать, а там все компьютеризовано,
А ему это, нету диплома. А почему? Оказывается, у него такой возраст, что программа, в общем, не была составлена программа с учетом такого возраста. И теперь они сделали, по-моему, до 150 или до 200 лет, чтобы если даже не только инструктор Юрия Гагарина, если даже Королёв бы пришел, или даже сам Циолковский, так и то бы ему уже выписали бы, наверное. Да. А это вот Билал Багавеев, вот, который вот моряк, который, это он на моем марафоне, вот медаль получил, вот который поет, когда усталая подлодка, там вот. Да, да. А вот этот человек, вот 104 года, вот Бастед Мартин, вот он, пожалуйста, марафонец, 10 часов добегает. И вот еще об этих надо сказать. Ой. Все, кончаем. Значит, это вот Павел и Розалия Басовы, они пенсионеры, которые обежали вокруг всех границ бывшего СССР. Они бежали 4 года, и каждый день они пробегали по 35 километров. Он мастер спорта, а она больной человек, значит, у нее аритмия там и, понимаешь, и гипертония. Вот. Но он ее потренировал немножко перед этим. В общем, под конец она уже бежала с 25-килограммовым рюкзаком. А, кстати, они все с собой везли на тележке. У них 100 килограмм тележка. Вот, они все это, потому что там же ничего нет. Они по Каракумам там вот поэтому. И бежали они дольше, чем длилась Великая Отечественная война. Они 4 года бежали. Ну, вот это мы вот с этой Раисой Никитиной, о которой я говорил, вот бабушка эта. Ну, меня провожают вот на Килиманджаро. А, и вот результаты. Вот за свои книжки вот я вот получил премии такие вот от международного фестиваля, вот вручает Бестемьянова и Бобрина, олимпийские чемпионы в кинотеатре России. Вот, это я их благодарю. Вот. А это еще в этом году мне еще премию вот Общественной палаты, она называется, ну, извините, я гражданин, но в номинации «Жизнь на полную мощность». Вот номинация мне очень нравится. Вот. И вот вручал Шаварш Карапетян, тот, который спас 20 человек из тонущего троллейбуса в Ереване, а он вообще 17-кратный чемпион мира в подводном плавании. И вот он теперь член Совета Федерации, вот он мне вручал. Так. Ну, это просто такие съемки перед там. Это Миронов вот мою книжку читает, вот вторую «Бег в радость». И вот я вас поздравляю, что наконец, понимаете, вот бег был в таком загоне, и особенно марафонское движение. Ну, не буду на этом останавливаться, но сейчас вот фурор. Вы бегали как раз сюда? Бегал. Бегали? Угу. Ну и вот лучше марафонов могут быть только марафон. А это, ну, ну ладно. Это я на родину дяди бегал тут, в общем, в музее. И вот мы бежали, вот как раз вот этот, вот этот человек, да, этот человек, значит, он как раз вот, а вот автор этого снимка, это вот тот как раз, который после инсульта в 75 лет, а этот тоже интересный человек, ему тоже 75 лет, он бегает последние 6 лет марафоны и сверхмарафоны с электрокардиостимулятором. И вот это я буквально только прилетел из Америки, там я вот бежал с двоими моими внучками. Это вот... Вы сейчас ездили, да? Ну вот буквально вот, ну сколько, ну 10 дней как вернулся. Вот. Они, Маша и Саша. Ну и это вот все. Какие бы вы дали советы начинающим? Вы знаете, вот если вы начинаете сейчас, то не пугайтесь, что зима приходит. Вот опыт показывает, что те, кто начинают бегать вот глубокой осенью или зимой, им, конечно, труднее. Но зато они, как знаете, как вот озимые колосья. Они вот зиму пережили, и потом они, понимаешь, вот они-то и бегают. А вот эти, которые летом начинают, они потом с плохой погодой, они куда-то исчезают. Ну и что?
знаете, прислушивайтесь к своему организму. Вот. Он подскажет. Ну, много можно что говорить. Тут как одеваться там зимой. Там. О, вот я вам хотел сказать. Или не вам, я просто хотел сказать, что, в общем, вот знаете, те, кто ставит целью похудеть, вот, нужно такую вещь учитывать. Значит, дело в том, что вначале человек, он бежит на вот гликогене, который запасен у него в организме, а потом он постепенно начинает вот переходить вот на, ну, начинает питаться жировыми отложениями. Это более такой болезненный процесс, ему надо тренировать себя. Но, значит, вот когда, понимаете, это начинается не сразу, это начинается примерно через 45 минут. Поэтому лучше бегать не каждый день по 45 минут, а лучше, скажем, через день, но по 90. Тогда вот эти вот последние 45 минут у вас самое вот это интенсивное сжигание жира. Причем, значит, вот многие становятся на весы и расстраиваются. Вес такой же. А вы померите себя. И у вас талия-то поменьше стала, потому что жир легче, а мышцы более тяжелые. И, в общем, уже процесс-то пошел. А потом, когда эти мышцы нарастились, они как раз как печи, они начинают, понимаешь, сжигать этот жир. Вот. И, понимаете, вот вы даже уже прибежали, вы уже там, я не знаю, а они все еще сжигают, продолжают. Вот. У нас вот, знаете, вот на этих семинарах очень часто там, как вот, в общем, если кто от ожирения, ну, вот начинают там на диеты переходить. На самом деле в беге очень много заложено. Надо правильно выбрать вот, ну, расписание там и все. Извините. Андрей Иванович, а вот вы говорили, что вы в книжках написали о своих ошибках, которые вы допускали. А вот расскажите, вот, наверное, о самой такой поучительной ошибке. Ну, очень. Ну, давайте, допустим, вот такая. Вот вы бежите, и вот, ну, неровная местность. Вот вы то в горку бежите, а то потом с горки. И вот вам кажется, что с горки вы можете... Вот, знаете, только вот начинает переставлять ноги, вот, и там, и само несет. Осторожнее. Не надо вот этим увлекаться, потому что не надо допускать такую бешеную ударную нагрузку вот на... Лучше, понимаете, вот здесь как раз лучше немножко притормозить, когда с горки. Ну, а я уж таких ошибок наделал. Значит, вот знаете, когда я стал готовиться к марафону по Великой Китайской стене, я стал бегать, ну, там вообще там около 10 тысяч ступенек, я стал каждый день бегать вот по 4 тысячи ступенек вверх-вниз. Парке культуры. Я выбрал самую неудачную лестницу. Там длинные такие ступеньки. Я бегал каждый день. Потом я узнал, что оказывается, вот когда тренируют лошадей, вот, там они гораздо умнее, вот эти тренеры. Вот в наши лошади, они вот скаковые, они служат, ну, 4-5 лет. А немецкие лошади служат 20-21 год. Почему? Оказывается, очень просто. Наши тренируются каждый день, а они через день. Понимаете, вот такие вот мелочи. Но я себе, в общем-то, ну, потом, ну, мне уже и лет-то было за 70, значит. В общем, я себе раздолбал там, в общем-то, хрящ. Таким образом, ну просто варварским образом. Ну, у меня никаких ни тренеров, никого нет. Ну вот я вот, ну много, у меня очень много ошибок всяких. У меня вот в книжках, там, понимаете, вот в этих рассказах, там они вроде как и юмористические в какой-то степени, а там вот они насыщены вообще информацией очень сильно. И вот там по крупицам вот это все есть. И, кстати, можно эти книжки читать вот не надо подряд, а вот понравилось вот это как рассказ читаю. Очень так, да. Извините. Скажите, а вы, кроме бега, еще какие-то упражнения, наверное, делаете регулярно, да? Что? Ну, недостаточно, но делаю. А, вот, например, я когда начал бегать, у меня вообще у меня было 5 грыж шморля в позвоночнике и остеохондроз. Я знал, что, в общем-то, бег, он для остеохондроза и вот для этих дел он не очень для спины полезен. Но я вышел из положения очень хорошо. Я, значит,
пробегу свои 15-20 километров, а потом одну минуту повешу на турнике. Одну минуту. Оно все там распрямляется, понимаете, вот межпозвоночные эти диски, в общем, расширяются. И я уже был на пенсии, я как-то померился, на сантиметр вырос, Все же растут вниз в это время, а я вырос. И стал значительно лучше себя чувствовать. Скажите, пожалуйста, сколько вы бегаете, как часто? Ну, вот, знаете, я неправильно все делал. Я вот, надо обязательно, ну, если вы не профессиональный спортсмен, там профессионалы, вы можете хоть 3 раза в день бегать, а вообще надо хотя бы 1 день отдыхать. Я же поздно начал, поэтому я ничего не отдыхал. Я 15-20 километров каждый день, значит, а там как это самое, какой-нибудь марафон обязательно бегу. Вот. Ну, это ошибка. Это ошибка, но она, вы знаете, организм, он очень умный, он сам тебя поправляет. Вот когда ты вот так подряд бегаешь, потом у тебя что-то вроде как заболело, и ты пропустил. Или там что-нибудь случилось. Вот я, знаете, когда я вот эти 100 дней, я готовился к первому марафону, я когда проанализировал, я записывал. В общем, я в ужас пришел. Оказывается, я там 15-20 дней прогулял. А оказывается, это организм, он ну, такие предохранительные функции запустил. То есть, если бы я вот все время бы бегал, я бы не знаю, где был. Вот. А тут вот очень это оказалось полезным. То есть, вот, ну, что-то заболело там, и как раз вовремя заболело, чтобы ты немножко отдохнул. Хотели сказать вам огромное спасибо за то, что вы поделились. Спасибо вам.